Аллея сакуры небольшая, там все ряженые фоткаются. Где прозрачная вода на камне. Магазин все связан с матчей. Всякая еда, чай, уджи чай, конфеты, и мороженое взял. Все что угодно можно здесь взять. Я направляюсь к Джодо Шу. Вот этому. Сейчас я здесь. Пройдусь и сюда. Здесь уже начинает расти сакура. Чуть башкой не двинулся. Искра. Я матчу мороженое доел. Здесь я поставил достопримечательность. Магазин матчи чая вообще. Там в том числе продается мороженое. Они не пожалели. Не пожалели матчи. Когда вот чуть-чуть сладкое и много матчи, вот это хорошее. Сдалека видно, что большое здание. Это только ворота большие. А там дальше еще здание. Если такие массивные ворота при входе, я представляю, какие там здания. Огромное все. Что поделать, это ж... Это, кстати, в 17 веке было построено. Является основным храмом буддизма здесь, в регионе, именно в Киотском. Еще по лестнице подниматься. Здесь с рвами. Не рвами, а этими камнями многоуровневыми. Опять. Стучат. А эти лестницы, конечно, так себе. Фух. Вернее, тёжка. С рюкзаком этим тянет. Вот они любят предгорье ставить. Буддийские. Мне бы было бы интересно синтоистки посмотреть. Там поют. Ходят вверху. Это что, ни одно слово там орут. Монахом стал, больше ничего не надо. Вид на город здесь красивый, прям предгорье в предгорье. Вижу там еще наверху, я опять не звездонулся, храм. No comment. Сейчас 15 минут до музея. Почему-то у меня было представление, что это все один старинный город. А здесь только частями. И то редко где встретишь старинные улицы, домики. Такое ощущение, что Нара больше имеет старины, чем Киото.
здесь позеленее вода и поспокойнее. Потому что это ров. Его оградили. Там есть дальше тоже, я думаю, синтеистки. Что же я вижу? Декорации. Луи Витон собачили сюда свою скульптуру, чтобы все фоткали. Бесплатная реклама. Вход бесплатный. Я вот думаю, что это он бесплатный. А вот оно что. Витончик, наверное, башлянул рекламу делать себе. По винтовой лестнице на второй этаж. Говорят, там выставка. Да ладно, они поставили электронные табло. Только это как книжки электронные, чтобы читать. Планшет. Это не эти поставили. То есть это не совсем мониторы. И то они, я смотрю, глючат. Контрастность меняется. Уже каллиграфия поинтереснее. Кони. Это больше не Китай еще нас махивает. Дракон. Сакура.